дорогие друзья, это конференция компании Daiichi в Сочи, образца 2015 года. Мы находимся здесь, на трассе Формулы-1. И какие впечатления у наших гонщиков после заезда, мы с вами узнаем очень скоро. Вдавливаются в кресло. Ну, они вдавливаются, очень часто кричат и визжат. Ну, давайте понаблюдаем. Вы нам потом расскажете, да, как все было? Окей. Водители говорят, что обычно люди кричат и визжат. Ну, это самое главное. Без этого не будет такого задора. Понаблюдаем. Нет, не страшно. Думаю, все будет хорошо. Эмоции просто через край. На 160 км в час я еще в повороты ни разу не входил. Но мне сказал гонщик, что это не предел, что это 190 обычно делается. Ну, тут слегка сыроватая поверхность. Я думаю, у нас еще все получится. Поэтому спасибо гонщикам и компании Daiichi, что мы здесь. Я даже не знаю, как сострить. Он такой традиционный, не выдали еще. Ждем шлем. К моему огромному сожалению, телевидение не может передать запахи. А здесь стоит запах жженой резины. И это реально очень крутой запах. Это реально неповторимый запах. Тем более, совмещенный с эмоциями наших гонщиков, это просто великолепно, друзья. Давайте к нам. Давайте, давайте. Чего сидим-то? Идите к нам. Смайл, чувствуете? Мне хотелось руль у него забрать. Но я боюсь, мы бы не вернулись туда в поворот. Почему вы держитесь за, за эту штучку? За что-нибудь хочется держаться. Вам нужны педали-дублеры? Можно было бы. Вот теперь я в шлеме. А почему до сих пор не в машине? Очередь! Опять все та же очередь. Ощущение нормально. Ну так спокойно достаточно, да, проехали спокойно, сняли шлем спокойно, как бы все спокойно. Все спокойно. Мяу, 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 помогай мне. Мяу, мяу, бин, 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 бин. Дело в том, что профессиональные гонщики не разрешили мне прокатиться на этом автомобиле, потому что сказали, ты будешь слишком много болтать и отвлекать нас от дороги. Поэтому приходится нам с Калюней, это Калюня, довольствоваться вот этим. Замечательно. Хотелось бы еще. Стесняюсь спросить, седых волос не прибавилось при вписывании в повороты? Сейчас снимем шлем, посмотрим. Ну, надеюсь, сюда вернуться и проехать на Формуле 1. Вау! Сейчас по окончании заезда я хочу взять интервью у самой жизнерадостной девушки на этой трассе Формулы 1. Потому что кроме нее здесь жизнерадостным никто не был. А вы знаете, что вы вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая жизнерадостная девушка на трассе Формулы 1 в Сочи? Я безумно рада. Все, приехали. На этом все. Заезд подошел к концу. Невероятные эмоции, невероятные впечатления, невероятный запах жженой резины, который можно ощутить разве что только здесь, на трассе Формулы 1 в Сочи. Высоких скоростей вам, больших достижений. Не забывайте пристегиваться.